Как начать мебельный бизнес с нуля без стартового капитала в 2024 году? Меня зовут Юрий Архипенков, мебельный бизнес в квадрате. И в этом видео я расскажу вам, как с помощью трех простых шагов начать мебельный бизнес без привлечения стартового капитала. А досмотрев это видео до конца, вы узнаете, как получить от меня 1 миллион рублей на развитие и поддержку мебельного бизнеса, который я отдаю мебельщикам в шоу «Мебельный миллионер» на этом канале. Подпишитесь на мой канал. Поставьте колокольчик и поехали! Кто я такой? Несколько лет назад я создал мебельную компанию с нуля, без кредитов, без привлечения венчурного капитала, к тому же мой долг на тот момент составлял 1,5 миллиона рублей. На сегодняшний день у меня прибыльный бизнес, который приносит мне от миллиона чистой прибыли в месяц. У меня собственное производство, отдел продаж, и всем этим успешно управляет моя команда. Подтверждением моих слов является продающая группа ВКонтакте, с которой я стартовал и до сих пор активно принимаю заказы. Все необходимые ссылки есть в описании. Итак, шаг первый. Привлечение аудитории. Для этого нам поможет совершенно бесплатный инструмент под названием социальная сеть. Можете выбрать любую, но я рекомендую проверенные с самой активной и платежеспособной аудиторией, которая 24/7 зависает в сети и постоянно там что-то покупает. Это ВКонтакте и нельзя грамм. Заходите на сайт Workzilla или Quark, даете задание фрилансеру и получаете базовые настройки продающего профиля, с которым можно стартовать. Создайте продающую группу, наполните ее контентом, упакуйте описание профиля через ценность и выгоду вашего предложения и начинайте писать посты, снимать видео, делать рассылку и продвигать ваш личный бренд. Для того, чтобы на старте наполнить группу классными фото работ, не обязательно их иметь свои. Можете также попросить или купить за небольшие деньги у тех же фрилансеров, которые сделают вам подборку по вашему требованию. Аналогичные шаги можно сделать нельзя грамме. Протестируйте, какая сеть зайдет вам лучше всего. Важно не просто наполнить группу контентом, но и регулярно ее вести, призывая аудиторию подписываться и ставить комментарий. Где же найти эту аудиторию? Используем таргетированную рекламу ВКонтакте, настраиваем сами по урокам из YouTube или привлекаем таргетолога, который за скромную сумму настроит вам базовую рекламную кампанию. Шаг второй. Продажи. Пожалуй, самый приятный шаг, ведь он приносит деньги в кассу. К вам пришли целевые заявки. Ваша задача – превратить их в продажи. Свяжитесь с потенциальным клиентом либо в переписке, либо позвоните ему по телефону и выясните его потребности. Узнайте его возражения, боли, страхи, опасения и сделайте ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Используйте скрипты и речевые связки. Продавайте не мебель, а эмоции клиента после того, как он станет обладателем вашей кухни, шкафа или дивана. Предложите ориентир стоимости мебели заказчику, чтобы он мог понять, чего его ждет и готов ли он дальше с вами работать. Не теряйте время на неплатежеспособных клиентов, но в то же время научитесь закрывать возражения. Дорого, нет денег, я подумаю. В своем телеграм-канале я выложил скрипт для первичного продающего касания с клиентом. Предложите встречу на замере или в салоне, шоуруме, для того, чтобы составить проект мебели. Продемонстрировать функционал и материалы, из которых будет выполнен заказ клиента. А там уже выводите клиента на договор. Когда я только начинал свой мебельный бизнес, у меня не было ни салона, ни производства. Все заказы я принимал через группу ВКонтакте и заключал договора на объекте клиента. Если вам сложно переварить эту информацию, можете записаться на мою бесплатную консультацию по старту и продвижению мебельного бизнеса. Ссылку найдете в описании под этим видео. Шаг третий. Производство. Здесь два варианта. И оба рабочие. Собственное производство или контрактное. По первому варианту. Если вы решили сами производить мебель и у вас уже есть необходимое оборудование, вы все сами знаете. Мне нечему вас учить. Второй вариант не требует вложений в оборудование на старте. Просто нужно найти готовое контрактное производство. Договориться о том, что оно будет выполнять ваши заказы. Обсудить обязательно условия сотрудничества, оплаты, рисковые ситуации по рекламации и желательно заключить договор о намерениях. Найдите также удаленного дизайнера, который будет делать проекты вашей мебели по замерному листу. Возьмите образцы фасадов, столешниц, фурнитуры на контрактном производстве, принимайте заказы и сдавайте их клиентам, делая их счастливыми
для дальнейших рекомендаций. В моем телеграм-канале уже собралась большая мебельная тусовка, в которой как начинающие, так и продвинутые предприниматели мебельного бизнеса. Вступайте по ссылке, ищите под видео. Итак, барабанная дробь. Сейчас внимание. Как же получить 1 миллион рублей на развитие своего мебельного бизнеса от меня, Юрия Архипенко? Все просто. Однажды в начале своего бизнеса я очень нуждался в чьей-то помощи и поддержке. Мне было нелегко. Неопытно я совершил все ошибки, какие только возможно. Мне постоянно не хватало денег на развитие. Купить инструмент, снять в аренду помещение для производства, запустить первую рекламу. Сейчас я зарабатываю от миллиона чистой прибыли в месяц в мебельном бизнесе. И решил взять на себя социальную миссию. Помогая начинающим мебельщикам конкретным ресурсам, деньгами. Рандомно. Я выберу несколько продающих профилей мебельщиков во ВКонтакте и в Нельзяграме из России. И позвоню им, предложив свою помощь. Что получит тот, кому действительно нужна моя поддержка? Я приеду к нему в гости, в его город, и проведу стратегическую сессию, записав интервью для своего канала. Дам несколько рекомендаций по развитию и продвижению бизнеса. Вручу наличными, прямо в руки. 100 тысяч рублей, которые мебельщик может потратить на свое усмотрение. Купить инструмент в цех, запустить рекламную кампанию или просто пойти в ресторан и спустить все на ужин. Полный карт-бланш, никаких ограничений и требований с моей стороны. Все абсолютно бесплатно и без обязательств. Если кандидат захочет, он может показать, на что он потратил свои деньги и как они помогли в его развитии. Но это не обязательно. Прямо сейчас я объявляю старт шоу «Мебельный миллионер». И вот что я придумал. Первые 100 тысяч рублей уйдут тому, кто напишет под этим видео комментарий, в котором подробно расскажет мне, почему я должен выбрать именно его и как он потратит эти самые деньги. 3 февраля в 12:00 по московскому времени в трансляции этого канала я выберу самый убедительный, на мой взгляд, комментарий и обозначу победителя в прямом эфире. Главное условие. Вы должны быть подписаны на мой канал, поставить палец вверх этому видео. Комментарии без подписчиков не участвуют в раздаче бабла, извините. Надеюсь, мои условия прозрачны и всем понятны. Миссия выполнима, а вам осталось только подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и забрать свою заветную сотку. Окей? Договорились? Действуем. Уже в ближайшее время я выложу видос с первым кандидатом, и вы увидите первую серию шоу «Мебельный миллионер». Вот так-то. Поехали.